By the course of Master Sri Guru and Bhagavan, we have been hearing about the pastimes of Lord Valmandev and his dear devotee. Обеспечена милостью Шри Гуру Гауранги, мы слушали лилу из Гранта Раджи Мадбхагаватам, царя среди всех священных писаний, о Вамандеве и его возлюбленном преданном Пали Махараджа. Here we see the situation where the Supreme Lord approached his devotee in disguise. Сейчас в этой лиле мы узрели ситуацию, в которой Верховный Господь инкогнито приблизился к своему преданному, неузнаваемому облике. And by deception, he tricked him into making a vow by which he would lose everything. И с помощью уловки он вынудил преданного оказаться в такой ситуации, в которой он должен был потерять все, лишиться всего, что у него есть. He said, please vow that you give 3 steps of land. Он попросил у царя Бали, пожалуйста, пообещай мне, что ты пожертвуешь мне 3 шажка земли. So when he made the vow, then Lord Valmandev became Trivikram Swarup, and with 2 steps he took the entire universe. После того, как царь Бали уже согласился пообещать пожертвовать 3 шажка земли, Господь стал преображаться и разрастаться, становиться Тривикрамой, покрывать всю Вселенную. At that time, when he assumed the Trivikram Swarup, Sri Bali Maharaj saw the entire universe within the form of Lord Valmandev. И в то время, когда Господь стал разрастаться, Бали Махарадж узрел всю Вселенную в сварупе Господа. And the teaching is that actually that only Supreme Lord, He owns everything. И урок тут кроется следующий: все принадлежит Господу. Everything exists within Him. Все принадлежит Господу, все пребывает в Нем. He is the Abhinna Nimitta Upadana Karan. He is the instrumental and also the ingredient cause of all things. Он Abhinna Nimitta и Upadana Karan. Он инструментальная причина творения и также ингредиентная причина. Yadyadvi Bhutimat Sattvam Shrimad Parajitam Evarja. Or whatever opulence and whatever is there in existence, everything is only the opulence of the Supreme Lord. Вся Ишвария, все самое удивительное, существующее во творении, принадлежит Господу. Это все Его Ишвария. So there is no question of offering anything to the Supreme Lord of this world, only to give up the ego that these things belong to us. Какая же может идти речь о том, что мы можем что-то пожертвовать Господу или предложить Ему из этого материального мира? Тут вопрос стоит только, готовы ли мы признать честно, что все принадлежит Господу и предаться Ему или нет. Once there was a very wealthy businessman, and he donated so much money to Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur to construct the very beautiful temple, Bhagavatam temple in Calcutta. Во времена Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура один очень состоятельный бизнесмен пожертвовал много денег ему для того, чтобы Прабхупад мог построить Бхагбазар, храм в Калькутте. So at that time, at the opening of the temple, then one devotee was glorifying him. Oh, his name was Jagabandhu. Jagabandhu, was so generous that he gave so much wealth for the construction of this temple. И чтобы признать его вот этот вклад в постройку этого храма, один из преданных во время праздника открытия храма стал прославлять этого бизнесмена Джагатбанду, говорит, он такой щедрый, он такой великодушный, он такой замечательный человек. And then he very humbly replied that actually I have not done anything. И этот человек, донор, очень скромно, смиренно ответил, да я ничего на самом деле не сделал. Only Gurudev mercifully removed from me the illusion that I was the owner of these things. Все, что произошло в этой ситуации, мой Гурудев милостиво избавил меня от иллюзорного уверования в том, что мне что-то принадлежит. Он осветил меня пониманием того, что это вообще не мое. The only credit I can take is that I am no longer a thief. Единственное, что я могу похвастаться, чем я могу похвастаться в этой ситуации, что я уже больше не вор. That what belongs to Krishna, I no longer claim to be my own, and it is used for him. Что я больше не пытаюсь прибрать себе то, что принадлежит на самом деле Кришне. So Lord Vamandev, with 2 steps, he took everything.
That was already his. И двумя шагами Господь покрыл все то, что уже и так по факту принадлежало ему. But because see, Bali Maharaj had made a vow to give him 3 steps, and now there was nothing further to give. Then he said, "Oh, you have broken your promise." Но так как Бали Махарадж пообещал именно 3 шажка, а двумя шагами Господь уже забрал все, то, повернувшись к Бали Махараджу, он сказал: "Ты меня обманул. Ты мне не додал то, что обещал. For this you should be punished." И за это тебе надлежит быть наказанным. So Bali Maharaj was bound. И Бали Махараджу связали. And he was pushed down to Sutaloka. И спихнули на Сутталоку. He was rejected by so many members of his society. Многие родственники, друзья отреклись от него. He had lost everything. Он потерял все состояние. He was cursed by his own guru. Его собственный гуру Шукрачарья проклял его. But still, he would not be moved from his position of devotion to the Supreme Guru. Но все же ничто из вышеперечисленного никак не охладило пыл Бали Махараджа служить Господу. So, by the mercy of Supreme Lord, just as Sri Krishna manifested a beautiful palace for Sudama Brahmin, so in the same way, by the mercy of the Lord Vamandev, Sutal manifested such great opulence. It was became superior to Indraloka. И подобно тому, как Кришна милостиво одарил своего друга детства Судама Брамана состоянием, великолепным дворцом, роскошью, омолодил его жену, аналогичным образом, по воле Вамандева, по его милости, на Сутале появилась неописуемая роскошь, дворцы, предназначенные для того, чтобы Бали Махарадж в них проживал, и роскошь эта превосходила даже сваргу. And because Bali Maharaj was unwavering in his devotion, even though Lord Vamandev actually deliberately treated him very unfairly by deceiving him and putting him in a situation where he lost everything and was cursed by his own guru and binding him for no fault of his own. But he remained steady in his devotion, even in the midst of all these provocations. So by this, Bali Maharaj purchased the lotus feet of Lord Vamandev, and Lord Vamandev became his gatekeeper, always staying with him in Sutala. Эта ситуация выявила чистоту преданности Бали Махараджа Господу, его нерушимую веру, потому что Господь нарочно спровоцировал его, потом обманул, унизил его, связали веревками, сбросили туда на адские планеты, то есть поступили с ним совершенно несправедливо. И он лишился благословения своего гуру, лишился родственников, там, друзей, царства. Но все же Господь таким образом проверял Бали Махараджа, и он был настолько доволен его искренностью и его любовью, что он был покорен. И позже он стал привратником на Сутале у дворца Бали Махараджа. So this is a graphic illustration of the nature of the Supreme Lord's mercy. И вот это хорошая иллюстрация того, как Господь проявляет свою милость. Sometimes Supreme Lord puts his devotee into great difficulty. Иногда Господь создает труднейшие ситуации в жизни своего преданного, какие-то перипетии. And when the devotee, in the midst of all difficulty, always remains fixed in his devotion, then he purchases the lotus feet of the Lord. Tatkena kampam susumikshamano bunjana evam pakritam vipagam ridvaga bhupi vididam naste jiveti yomukta padesa daivam. Но если преданный сдает вот этот экзамен на пятерку, вот эти все, проходит все эти трудные ситуации, и при этом продолжает очень искренне с любовью служить Господу, не виня его ни в чем, не разочаровываясь, то тогда преданный покоряет сердце Господа, и Господь одаряет его своей милостью. So devotee remains always very positive and optimistic, even in the midst of great reversals and adversities of life. He does not think that these are problems, but these are opportunities to purchase the lotus feet of Sri Krishna. Поэтому настоящий преданный всегда оптимистичен, положительно относится ко всему в жизни, даже рассматривает любую трудность, любую проблему свою житейскую как проявление милости Господа и никогда не впадает в уныние. This was illustrated in the pastimes of our Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это также было проиллюстрировано в лилах нашего Шри Чайтани Махапрабху. Once one pandit in Jagannath Puri, he read his
released Bhagavatam commentary to Godadhar Pandit. And because Mahaprabhu didn't want to hear the commentary, but Godadhar Pandit heard it, then Mahaprabhu, he banished Godadhar Pandit from his association. Однажды так случилось в Джаганнатхапуре, что один прибывший пандит, великий вайшнав, настойчиво пытался вынудить читание Махапрабху послушать свои комментарии на Шримад Бхагаватам. Но Махапрабху не хотел их слушать по своим веским причинам. Но Годадхар Пандит, будучи очень вежливым по природе, он не смог как-то улизнуть от необходимости слушать эти комментарии, и он послушал. И Махапрабху изгнал его из своего антуража, из круга своего общения. So there was no fault in Sri Godadhar Pandit, but still Chaitanya Mahaprabhu treated him in this way quite unfairly and harshly. Это было очень несправедливо на самом деле со стороны Шри Чайтаньи Махапрабху так обойтись с Годадхар Пандитом, потому что он ничего неправильного не сделал. After some days, then Chaitanya Mahaprabhu told Sort of Damodar Goswami and Jagannatha Pandit, "Oh, please bring Godadhar Pandit." Chaitanya Mahaprabhu выждал несколько лет, вот так игнорируя Годадхара Пандита, и позже послал за ним Сварупа Дамодару и Джагананду Пандита, сказал: "Призовите его ко мне." So when they were on the way coming, then Jagannatha and Сварупа Дамодар, they were saying to him, "Oh, he's treated you quite unfairly. Why don't you protest?" И когда они возвращались обратно к Чайтанье Махапрабху вместе с Годадхар Пандитом, Джагананда и Сварупа Дамодар внушали Годадхар Пандиту: ты должен протестовать вот такое несправедливое поведение со стороны Чайтаньи Махапрабху. За что с тобой так обошелся? Сварупа Дамодар Госвами is incarnation of Lalita Sakhi, and Jagannatha Pandit is incarnation of Satyabhama, so they can have that nature to protest. Так как Сварупа Дамодар это инкарнация Лалиты Сакхи, а Джагананда Пандит это Сатьябама, то у них вспыльчивый характер такой очень. Пылкий темперамент, поэтому вот они бы так именно и поступили, они бы возмущались и оспаривали такое отношение к себе. Но Годадхар Пандит молчал, он был очень спокойным, уравновешенным. So when he came to Sri Chaitanya Mahaprabhu, когда он предстал перед Шри Чайтаньей Махапрабху, who said once Sri Krishna tried to provoke Rukmini, but she never protested. И Чайтанья Махапрабху рассказал ему, напомнил ему о лиле, когда Кришна провоцировал всячески Рукмини, но она не поддавалась, царицу Рукмини, но она не поддавалась на его провокации. So you have shown a mood like Rukmini did. И он сказал, вот в наших отношениях ты проявил вот это настроение Рукмини Деви, кроткости. Then Mahaprabhu said, I deliberately tried to provoke you, but you did not protest, so you have purchased my heart. И Махапрабху признался тогда честно, говорит, я нарочно тебя провоцировал, вот так тебя обидел, чтобы задеть твое сердце и посмотреть, как ты отреагируешь. Но ты так отреагировал, что ты просто покорил мое сердце. So this principle of the nature of the mercy of the Supreme Lord is very beautifully illustrated in the pastimes of Lord Valadev and Valimana. И вот этот оперативный принцип того, как Господь иногда дает свою милость, он красивым образом, чудесно проиллюстрирован в лилах Вамандева и Бали Махараджа. When Lord Vamadev pushed the Bali Maharaj down to Sutaloka, когда Вамандев спихнул Бали Махараджа на Суталлоку, then he looked around at the palace. Он стал разглядывать дворец. And Shukracharya was there. А Шукрачарья там все еще ходил во дворце. And perhaps you remember, he came in the middle of a yagya. And the Yajaman was a Bali Maharaj, but now he's dispatched him to another place. So the yagya was spoiled. И как вы помните, Господь появился там во время яги, а Яджиман, заказчик яги, это был Бали Махарадж. От его имени проводилась ягья, но так как сейчас его спихнули в Суталлоку, то, конечно, ягья была прервана и испорчена. So Lord Vamandev spoke very humbly to Shukra Acharya. И Господь подошел к Шукра Ачарье и очень вежливо с ним заговорил. He said, "Oh, now I have made some disruption in this yagya, but you please do the ceremonies that can remove the discrepancies from the yagya. And you are such a qualified Brahmin. Actually, just by your glance, the discrepancies will be removed." И Господь сказал Шукрачарье: "Я очень извиняюсь, то что своим появлением и поведением я помешал провождению яги, осквернил этот ритуал. Я прошу вас, пожалуйста, придумайте какой-то ритуал, который может исправить вот это осквернение, которое я нанес.
И на самом деле вы настолько возвышенный пандит, что просто благодаря вашему взору все тут очистится и восстановится. So then Shukracharya said to Lord Vamadeva. Шукрачарья ответил Господу. Mantratas tantatas chidram deshakalat vastutaha sarvam karoti nischidram tap anusankirtanam tava. That whatever defect of time, place, and the circumstances are there in the chanting of mantra and the performance of tantra, the rituals, all the performance becomes nischidra, completely faultless, simply by anusankirtanam tava, by your continuous high nam sankirtan. На что Шукрачарья ответил Господу, на самом деле любые нарушения или не изъяны в провождении ритуала, которые связаны с временем, местом и обстоятельством, с легкостью исправляют, или воспевание мантр, с легкостью исправляются просто посредством воспевания Харинам Санкиртаны, твоих святых имен. So, Madhurina Samarpayat, this lila is concluded with the glories of Harinam. И эта лила закончена в Madhurina Samarpayat на сладкой ноте прославления Харинамы. Арипо, саду, саду. Буландавам Бихари Лал Ки Джай. Заводи вперед. Заводи вперед. Там зарю. Шуговин Джай. Бандехам Шри Гуру Шри Падкамлам Шри Гуру Вайшнаванишча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхан Витамтам Садживам Садвайтам Савдхутам Париджанасахитам Шри Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витамишча Аджаван Ламбит Пуджау Канкавадату Санкиртанайк Питарау Камалая Такшау Вишвамбарау Дуйварау Югдхарма Палау Бандеджа Кприякарау Карунаватарау Нараян Намаскритти Нарамчайку Наруттамам Девим Сарасватим Вясам Тато Джемрире Ванчакал Питару Вешчикарпасу Гейв Чапаттанам Павнебью Вайшнавебью Намо Нама Булашидхаван Бихари Лали Ки Джай. Парау Мангал Шри Шримад Бхагават Махапуран, very good auspicious Шри Шримад Бхагават Махапуран, and we were just listening the Kripa of Шри Тхакурджи. Вся слава Парау Мангал Шримад Бхагаватам, царю среди всех священных писаний. Сейчас мы услышали обзор о том, как сладко Господь наделяет своих преданных милостью. Actually saying, Шри Бхагаван does not have require anything, he is fulfilled in himself. Even then, to give an opportunity to the devotees, Bhagavan sometimes begs, sometimes takes anything, takes the offering of a bhakt. Господь на самом деле Атма Рама и Аптакам, Он самодостаточный, самоудовлетворенный, но все же, отвечая взаимностью на любовь своих преданных, Он предоставляет им возможность дать Ему что-то. Иногда Он сам выпрашивает, иногда Он принимает дары, а иногда Он просто силой отбирает что-то у преданного. So in Balaraja Charitra, in Bhamadevi pastimes, Shri Bhamadevi is just glorifying Shri Balaraja by begging three steps of earth. То есть сам факт того, что Господь пришел к Бали Махараджу лично выпросить три шажка земли, это было огромной честью, которую Он отделил своего любимого преданного.
And while Shri Balaraj, Shri Vaman Bhagavan has taken in two steps the whole earth, then Bhagavan want to glorify Shri Balaraja. In a negative way, he is glorifying Shri Balaraja. После того, как Господь двумя шагами покрыл все, что было, он захотел прославить своего преданного, ну, таким вея негатива, способом такого, с отрицательной стороны. All companion of Shri Balaraja try to protest Shri Vaman Bhagavan. And they try to attack on Vaman Bhagavan. That you are deceiving our master. Слуги царя Бали, его союзники, очень разгневались на Вамандева за то, что они поняли, что он обманул их господина, и они бросились на Вамандева. But Shri Balaraja stopped them. Но царь Бали остановил их. And said that this is not a proper time to protest. Сказал, не смейте сейчас ничего протестовать, неуместно с вашей стороны. Then again, we shall get a fortune and a time, then we will get this Rajya and all things again. Сейчас не наше время, просто поймите, что сейчас нам не повезло. Позже наступит удачное время, и царство снова вернется к вам. So now you stop. And the demons was so much intelligent. They followed the order of their master. Но и он сказал, а сейчас прекратите вот это поведение. Демоны были очень умными, они тут же послушались своего господина. This is the prabhav, this is the effect of the company of his son. That those demons became also saint, and they very peacefully and with satisfaction and tolerance they remain in Sutal. И вот это удивительный прабав, влияние, которое оказывает чистый преданный на окружающую среду и на других людей. Вот эти демоны, такие, ну, закоренённые демоны, они поменяли свою природу, они трансформировались благодаря чистоте сердца Бали Махараджа и очень спокойненько, с радостью перебрали жить с ним на Суталоку. And she, Bhagavan want to glorify Shri Balaraja. So, Shri Bhagavan said to Balaraja that, O Asur, you know that you have promised to give me three steps, three paces, but in two steps, I have taken the whole your Raj. So, Tritiyam Upkalpayo, give me the place, give me the earth for the third step. Господь пожелал прославить своего преданного Бали Махараджа и, обращаясь к нему, сказал, «О, Асура, ты же обещал мне три шажка земли, а я смог поставить свою ногу всего лишь два раза. Куда мне ставить ногу в третий раз?» То притишнутам адапусте нирея басишчати. If you are not fulfilling your promise, then you ought to live in Narak. Если ты не можешь исполнить, если ты не можешь держать свое слово, то место тебе в аду. And Bhagavan ordered to Garuda, O Garuda, just tie this lie-speaking Balaraja with the snare. И тогда Господь повелел Гаруде, Гаруда, свяжи этого обманщика царя Бали. And Balaraja was tied with the Garuda Pash. Его связали змеиными веревками. But Balaraja, very humbly, said to Shri Vaman Bhagavan, ke yadu tam shlok bhavan mameditam vacho vyadikam surovane manyase karom ritam tand bhavit pralambanam padam tritiyam kurushishinindiyam.
It is 22nd chapter and 2nd verse. 22 глава, 2 стих. Невозмутимо царь Бали ответил Господу. О, Тамашло, you are well known and well having the very good fame, good name. But whatever I have promised, I will fulfill it. I want to ask one thing to you. Please answer. Царь Бали сказал, о, Утамашло, ты прославлен повсюду, твое имя прославлено. Я жажду исполнить свое обещание и дать тебе 3 шажка земли. Я хотел бы задать тебе вопрос. My question is this, that donation is big or the donator is big? Что? Among donator and donation, who is big? Что важнее, донор? Что важнее, донор или пожертвование? And Bhagavan had to say that the donator is bigger than the donation. Because donation is in the position of donator. If a donator wants, he can give only 5 rupees, and he wants, then he can give it 5 lakh rupees. So, it is the donation is always in the command of the donator. Господь ответил, я считаю, что донор, жертвующий, гораздо важнее, чем пожертвование, потому что пожертвование всегда полностью принадлежит донору, и он решает, сколько дать. 5 рублей или 5 миллионов рублей, это он важнее. And immediately Balraya said that you have taken my whole Rajya, my whole prosperity, kingdom, but the for third place, my body is and myself is in your feet. So please, padam tritiyam kurshishni mirijam, just place your feet on my head. И царь сказал, Господь, ты уже взял 2 шагами все мое состояние, всю мою собственность, мои земли, мое царство. Я прошу тебя сделать 3 шаг, завершив его на моей голове. Я хочу предаться тебе. Я, моя душа, мое тело будет этой собственностью, которую ты возьмешь 3 шагом. And in this way he surrendered himself in the feet of Shri Vamandev. То есть он совершил акт самопредания у стоп Господа. He said that he is my grandfather. And if he will see, then I had to face very much a shame. Because my grandfather, Prahlad, did not afraid even from the death. So, and he said the truth. He spoke the truth. And he never spoke even Hiranyakashipu's having sword in his hand and he was ready to kill him. But my father spoke, my grandfather spoke always truth. If being his, in his dynasty, his grandson, if I will speak a lie, then I will tell a lie, then it will be very much shameful to me. Царь Бали сказал, мне необходимо сдержать это слово, исполнить свое обещание тебе, Господь, дать тебе 3 шажка земли, потому что я внук прославленного деда Шри Прохлад Махараджи, который не стал врать, даже глядя в лицо смерти, когда его отец Хиранья-Кашипу занес у него над головой свой меч. Поэтому мне будет очень стыдно, если я опозорю репутацию дедушки, оказавшись обманщиком в этой ситуации. At the same time, Prahlada appeared there and Balaraja just bowed his head in a shame. И вдруг feeling shame, he bowed his head. Вышел дедушка Прохлад Махарадж и Бали Махарадж от стыда потупил взор. Шри Прохлад saluted Шри Баман Бхагаван and said, Prabhu, you have given this all kingdom and this all empire to Шри Балараджа. And you have taken. So, I think that it is your apurva krapa that you have taken this wealth back. Because this wealth is atma moha.
creates the illusion in a person. И Прохлад Махараджа обратился к Господу со словами: «О Господь, Ты изначально одарил богатством и успехом моего внука, и Ты сам же забрал это все у него. И я считаю, вот то, что Ты забрал у него, это царство, это апурва, Твоя великая милость, потому что человек попадает под влияние иллюзий, когда у него появляются деньги, какая-то власть, влияние, и это вредит ему». Because getting the prosperity, even a wise person became arrogant. Даже мудрый, честный человек может стать горделивым и надменным, если у него появятся большие деньги. So now you are teaching us the humbleness, and you are giving us the surrender. You are teaching us the way of surrender, and in this way we are ready to surrender. On your feet. Ты, Господь, очень милостиво решил присмирить нас, лишив нас всего, и дать нам возможность совершить акт самопреданию Твоих стоп, и мы готовы это сделать. But Brahma was not taking it right. And Shri Brahma appeared, and he just wanted to protest and say to Shri Narayan, but immediately Shri Vrindavani came there. Но все происходящее не понравилось Господу Брахме. Он собирался сейчас это все рассказать Господу, что он думает по поводу происходящего, опротестовать это все, но жена Бали Махараджа в этот момент появилась перед Господом. Brahma stopped, waited, and he was seeing that let us see that what the queen is saying. So Brahma waited there. То есть Брахма не успел, он хотел начать высказываться, но так как появилась царица, он решил подождать, пусть она уже поговорит с Господом, что может она протестует это, а я выжду, посмотрю, что происходит, тогда последним уже буду выступать. Картам Прабхустам Кимасятавахунти, Тектавухриястодавлупит Картарбада. Кридарт Матман Видам Триджагат Картамти. О, my Lord, Shri, you have created this whole cosmos, this whole universe for your own pleasure. Видявали, супруга Бали Махараджа сказала: Господь, Ты сотворил это творение ради собственного удовольствия. This is your krida. This creation is your krida. Though it is not krida, it is his kindness. But in kindness also, it is a krida. It should be considered as a krida. Она сказала: это творение, это твоя крида. Но на самом деле, по факту, это крипа Господа, это его милость. Но в данном контексте так она называет это кридой. Everything is you. And you are the only upadan karan as well as the nimitta karan. The indigent's cause is you, and the creator cause is also you. О Господь, Ты и нимитта карана, и упадан карана, то есть Ты и Творец, и Ты ингредиенты, из которых Ты сам творишь. То есть все, что мы видим вокруг, и даже не видим, но все, что тут есть в этом материальном мире, это все проявление Тебя. We cannot donate you anything, because everything is in you, as Shri Prabhupada was previously said. Как мы можем что-то тебе пожертвовать, если все уже и так принадлежит тебе? If a thing is given to any other person, it has two or three or four ways. Three ways. Можно дать кому-то что-то несколькими способами. One is dan or donation. Один вид — это пожертвование, это просто подношение. Second is дан. Nibedan. Второй способ дать что-то кому-то — это нимита. And third is samarpan. А третий — это самарпан. Дан means where the possession of a person is removed, and the possession of the other person who is taking that donation, his possession is established there. That is called dan. Дан — это ситуация, когда собственность одного человека происходит трансфер собственности одной личности в собственность другого.
If you have given any donation to any person or a Brahman, then your position is removed and the position of the Brahman or that the taker is established there on that thing. Когда вы делаете пожертвование, кому-то что-то даете, например, Брахману, момент отдачи, вы тут же лишаетесь всех прав на эту собственность, и собственность переходит в право пользования этой личности, которому вы дали дхан. A person can give or give the donation only of the thing that is of his possession. Но давать можно только то, что принадлежит тебе, не чужое. Это уже не будет пожертвованием, если вы взяли у кого-то и жертвуете кому-то третьему. Это уже but никуда не годится. Everything is upadan karan and nimitta karan is Bhagwan. So everything is Bhagwan himself. So actually we do not have any position of we persons. Но так как в этом мире Бхагаван это и нимитта, и упадан каран, то все, что существует, это Бхагаван. Только он имеет эти права на него. То по факту мы никогда даны не совершаем. Потому что если мы что-то даем, это что-то все равно принадлежит Господу. So the donation is not applied and is not possible ever in this world. Поэтому в нашем мире по факту to Shri Krishna. We cannot donate anything to Shri Krishna because everything is of Shri Krishna. В нашем мире по факту Кришне мы никогда ничего по-настоящему пожертвовать не можем, потому что все принадлежит ему. We can only do either Nivedan or Samarpan. Остается две опции, Niveda или Samarpan. Nivedan means to accept this thing that by mistake we were thinking that this thing is mine. But now we are rectifying the mistake and we are considering that everything is yours and I am also Неведан – это покаяние. Мы признаем свое заблуждение в том, что мы думали, что нам что-то принадлежит в этом мире, что мы собственник чего-то, и выражаем Господу свои извинения за это ложное понимание и признаем тот факт, что все принадлежит Ему. And for this, a person takes initiation in the center of Shri Gurudev. И это мы совершаем принятием духовного посвящения у лотосных стоп Шри Гуру. And he rectifies himself that unfortunately and wrongly I was thinking that I am the master and all things belongs to me. But actually I also belong to you and you are the only thing, only master. То есть вот этот неведанный процесс вот этого трансформации своего мировоззрения происходит, когда мы искренне принимаем прибежище у духовного учителя, получая духовное посвящение. Этим самым мы выражаем Господу свое принятие своей вины, заблуждения по поводу того, что раньше мы думали, что нам что-то принадлежит, не понимая, что все принадлежит Господу, Его чистым преданным. So, theoretically and practically, accepting this thing, that I am yours and Shri Bhagwan is the master of everything, this is Nivedan. Nivedan, вот это теоретическое признание и также по факту признание того, что мы были неправы раньше, когда мы принимаем прибежище у гуру, начинаем активно служить. And third thing is samarpan. А третье? Samarpan means as a servant offers the things according to the will of his master at the right time, in the same way, being your servant, being your devotee. This is our duty to offer the thing whichever you require at which time we should offer it to you. Самарпана – это активное служение, уместное Господу, как будто бы как умный, преданный, и слуга всегда делает все вовремя, и именно так, как хозяин предпочитает, то преданный начинает таким образом служить Господу, пытаясь угодить Ему всегда, предложить именно то, что Господь хочет, когда Он хочет, и на Его условиях. As a servant is preparing food, and he knows that my master, Sergi, goes for morning walk at 6 a.m. and he returns at 7 a.m.
After doing jogging and by roaming and doing morning walk, and at that time he requires some breakfast, some milk. In the same way, he immediately present the thing on the table. Those things. То есть умный слуга всегда толково служит. Он знает, господин пошел на утреннюю прогулку и пробежку в 6 утра, он всегда возвращается в 7 утра. Значит, ему надо приготовить завтрак, и как раз к тому моменту, когда господин вернется, завтрак уже будет ждать его на столе, и именно те блюда, которые он любит. And at that time, if the master says that, why have you bring this milk in the steel glass? Where is the silver glass? It should be offered in the silver glass. He says, yes, okay, I am just bringing it. And he will carry the glass of steel and bring the milk in the silver glass. Если хозяин, взглянув на стол, увидев этот завтрак, пожурит слугу, скажет, зачем ты принес молоко в металлической кружке, почему ты не налил его в серебряную кружку, то слуга с улыбкой покорно говорит, я прошу прощения, уносит этот подносик с чашкой молоком на кухню, переливает в серебряный сосуд и приносит обратно господину. In this example, the servant is not bringing the milk from his own home. The milk is also of the master. And the steel glass is also of the master. And the silver glass is also of the master. But according to desire of his master, he is offering everything to him. То есть динамика вот этой ситуации такова, что и молоко, и серебряная чашка, и металлическая чашка принадлежат хозяину, а слуга просто исполняет повеление хозяина. Если хозяин сейчас захотел серебряной пить, надо принести серебряную, передумали, тогда надо действовать соответственно. So in the same way, seeing the desire and requirement of the master, a devotee should offer the same thing to Shri Prabhu. И преданный таким же образом должен быть всегда готов угождать своему Прабху Шри Кришне уместным служением. In the same way, we have presented, we have offered the thing to you. We are not giving you any donation. И таким же образом Видьявали сказала, мы по факту тебе ничего дан, мы не смогли совершить, ничего мы тебе не пожертвовали. If you say, no, I will not take it. I will not take this earth. Simply, I will take it with sankalp. First, you have to do the sankalp of dan. Then I will take it. So, take it in this way. Так как ты пожелал, чтобы тебе эта земля была пожертвована вот санкалпой, то есть с ачаманом, с ритуалом формальным, то мы таким образом постарались это предложить. If you are saying, no, I will place my foot on your forehead, then my forehead is here, and you place it on your feet, on the foot, on my forehead. Если ты, Господь, захочешь поставить ногу нам на лоб, то, пожалуйста, мы с радостью примем твои стопы на лбу. So actually say, we are not giving any donation. We are a servant, and we are doing according to your will, according to your order. Все, что я хочу донести до тебя, о Господь, что мы не жертвуем тебе ничего. Тут нет дана. Мы просто пытаемся угодить тебе, исполнить твои повеления. Как ты захочешь, так и будет. Those persons are very much a liar who says that we are giving anything to, we are doing the donation to Shri Krishna. That is wrong. Только обманщики и наглецы могут говорить, что они что-то пожертвовали для Кришны. They are shameless. Это бесстыжество. As at that time, if the servant is thinking that I am feeding my master, I am donating my master, he is a shameless person. Everything is of his master. He is only offering it. Только полный негодяй и слуга может возомнить себя, что он содержит и кормит своего господина, что это я его прокармливаю. Это же абсурдно. And Bhagavan, seeing this, became very much smiling and said, you are right, you are right. Господу очень понравились эти речи жены царя Бали Махараджи. Он
соглашаясь с ней, кивал головой, говорит, ты все правильно говоришь. Meanwhile, Shri Brahmadi came in front and he said, Yatsar, Bhut Bhavan Bhutesh Devadev Jaganmayo, O Bhut Bhavan, you are the producer of everything, Jal and Chetan. He Devadevish. While a person even offering a Tulsi Dal and little Chandan, sandal on your feet and Tulsi Dal by a palm full Gangajal, a person gets yourself, he purchases yourself even. So Balraj has given everything to you. He has surrendered everything to you. Why he is now getting this snare, this bandhan? И тогда же Господь Брахма не сдержался, вышел вперед и сказал: Господь, что происходит? Любой преданный может приобрести тебя, просто предложив у твоих стоп туласи, сандаловую пасту и немножко воды ганги. И ты очень доволен таким подношением. Почему ты так относишься к Бали Махараджу, который отдал тебе все, лишился всего, а ты все равно так придираешься к нему несправедливо? Почему ты его связал? It is very much unfair that you have tied Balraja. It is very much unfair. Очень несправедливо и некрасиво, как ты поступил с ним, связав его. Ismaili Bhagwan said that first of all, just tell it that who made you judge here? Who will be? Who made you judge? Господь улыбнулся и сказал: так, а кто тебя назначил судьей тут, во-первых, Брахма? You do not know that to whom I bestow my kindness. First of all, I try to demolish his ego. Во-первых, кто ты, чтобы тут что-то решать и осуждать Брахма? Во-первых, ты вообще не знаешь, каким образом, как я даю свою милость кому. Изначально мне нужно разрушить его гордыню полностью. So, Brahman, Yaman, Grinhami, Tad Visho, Vidnomyam, to whom I want to accept. First of all, I demolish, I reduce his ego. Перед тем, как полностью приблизить себе кого-то, я должен избавить этого человека полностью от эго, ложного эго. But here, see the greatness and glory of Shri Balaraja, that I have even tied him. I have tell a lie, I have deceived him, but he is not angry to me. И созерцая величие Бали Махараджа, я обманул его, унизил его, но он не роптал совершенно. And he is hiding his bhakti in the way of a donation. He is showing that I am giving donation, but in heart he is thinking that I am not giving the donation, I am only serving Shri Krishna. И как же хитро и умело он скрывает свое бхакти под этой завесой пожертвования. Он прекрасно понимает, что это никакое не пожертвование, но он под видом пожертвования дает мне свое сердце, выражает свою преданность. And seeing his love for me, and this surrendering is sharanagati. Seeing this sharanagati, this surrender, I am very much pleased. And now I am surrendering myself to Shri Balaraja. И Господь сказал, я неимоверно тронут его преданностью ко мне, его любовью и всей отдачей. И сейчас я в ответ хочу отдать ему себя. Jashi, Balaraja is discarded by his Guru also. Shri Guru was also insulting him. But even then, Shri Balaraja was not trembled from, not flicking from his work. Посмотри, насколько Бали Махарадж верит мне, что даже рискует тем, что он будет отвергнут своим Гуру, он рискнул тем, что он разгневал своего Гуру, он все равно оставался твердо предан мне. Не менял своего решения. Now I am praying to Shri Balaraja that for a little time, for a little interval, I require this Rajya of Swarg. So please
I am just taking it for a limited time. Up to that time, he should live in Sutalok. And I have created the Sutalok. And Sutalok is full of Sattva Guna. It is not Rajagun, Tamagun. Though the other Atal, Vital, Talatal, Mahatal, Rasatal, Patal, they are Tamagun Prahan. But Sutalok is full of bhakti, because Balaraja as well as Shri Prahladji lives in Sutalok. И затем Господь извинился, он сказал, я прошу прощения, но мне необходимо вернуть Сваргу обратно Деватам, мне ей нужно еще им попользоваться, поэтому я предоставляю вам место жительства на Суталоке, и там вам будет прекрасно, потому что Господь наполнил Суталоку сатвагуной для своих преданных, несмотря на то, что все другие низкие планы существования, там Патал и так далее, они там доминируют тамас, невежество, но ради Бали Махараджа, прохлада, Суталока стала полностью сатвичной. And even the demons are praiseworthy, because they have the satisfaction, they have the tolerance, and they are following and they are serving a Vaishnava, Shri Balaraja. So those demons are very, very much praiseworthy, and they are also very much praiseworthy. Also. Bhagavan said. The demon or who are living in Sutalok. Даже вот эти демоны, которые выразили послушание по отношению к преданному Бали Махараджу, они достойны почтения, потому что они посчитали с его решением и сопровождали его жить на Суталоке. Actually, the offenses done by Devata are more than in the comparison of a demon. But Devata has a great quality that they confess their mistake. But demon does not confess. But demon perform the even lesser in comparison and quantity. If a person will say that he will see that the Devata are much more offensive. И если рассмотреть объективно поведение девот и демонов, то нужно признать, что на самом деле по размаху и частоте совершения проступки демонов гораздо более низкого порядка, чем проступки и дерзости и аппаратки, которые совершают полубоги. Но просто полубоги умеют каяться и извиняться хорошо, а асуры не извиняются за свое поведение. Но все же они не так сильно шкодят, как деваты. So Shri Shukdev Ji always praise the demons. And he says, Daityavansha Param Param Bandhani. It is praiseworthy. Where Prahlad is there, where Balaraja is there, where the Madgana are there in the dynasty of Diti. So they are also praiseworthy. И это можно отследить по частым прославлениям в адрес асур, которые делает Шукадев Госвами, что он их прославляет. И так как это династия Прохлада Махараджа, Бали Махараджа, он относится к ним с уважением. And Balaraja, seeing this generousness of Shri Bhagavan, became very much affected, and he started to shake continuous tears from his eyes. И Бали Махарадж был чрезвычайно растроган великодушием и милостью, любовью к нему Господа, и он просто непрерывно рыдал. And he said that Aho Pranamaya Krita Samudyama. I have only tried, I only have the intention to surrender Shri Prabhu. But see the generousness of Shri Krishna, Shri Bhaman Bhagwan, that he has accepted me and he is bestowing his kindness on me. Бали Махарадж сказал, my only intention. Единственное намерение было исполнить свой долг и предаться Господу достойным образом. Я не ожидал никаких поблажек в свой адрес со стороны Господа. Я настолько растроган его удивительным проявлением любви и заботы по отношению ко мне. The kindness that is not found by Devata and Lokpal even,
That kindness we got, we asur, we demon got that kindness. Как удивительно, что даже полубоги не получают такой милости от Господа, а мы, асуры, оказались объектом милости Вамандева. At the same time, Prahlad appeared there. В этот момент Прохлад подошел ближе. And dancingly, Shri Prahlad recited, "Ke nemam varancho labde prasadaha, prasadam nashvi nasharvaha ke mutaparete. Yando surana asidurgapalo vishwabhavandhe apivandhatangri." Oh, what a great fortune we have got. Such fortune is not available even to Devata and other persons. Шри Прохлад вышел вперед и пританцовывая, он говорил, как же мы признательны за вот эту милость, за эту любовь, вот эта удача недоступна даже полубогам. What saying of Devata? Nemam virancho labde prasadam. Even Brahma is not getting this fortune. Что говорить о полубогах со сварги? Сам Брахма не обрел такой милости. Though Brahma is his son, even then, this kripa, this anugraha, Brahma did not get this kindness. Брахма, несмотря на то, что он сын Господа, все равно он такой удачи и милости не получил. Нашри, Лакшми is his wife, even then, she did not get this kindness. Богиня удачи, супруга Господа, Лакшми Деви, она не получила такой милости. And Shiva is his swarup, his vaibha, his opulence. Even then, Shiva has also not get that kind of that type of kindness. А Шива, вайбава, сварупа Кришны, то есть проявление его достояния, его силы, он тоже не получил эту милость. Once Shri Naraji was searching that who is the best one among the devotees. Однажды Нарада Муни задался целью узнать, кто самый великий преданный Господа. In the Bhagavatamrita, Shri Sanatana Goswami has described this story that Shri Narada went to Prayag and there he saw that the king is serving Shri Narayan with very emotions and very devotionally is devoting Shri Narayan. Вот это путешествие, эта миссия Нарады описана в Прихат Бхагаватамрите Шрилы Санатана Госвами Пада, о том, как однажды Нарада навестил одного царя, который очень искренне служил Господу. Нарада said, "Oh, you are the best among all devotees." And that king said, "No, no, I am not even a little person, little entity in devotees. As you are saying that you are having so much money, so my money is very few, my prosperity is very few. The prosperous king is our main king, Chakravarti Raja. He is in southern India, and you go to there." И Нарада сказал, ты лучший среди преданных. Я поражен тем, как щедро ты тратишь на служение Господу. Ты самый лучший преданный. И царь смущенно ответил ему, да кто я? Я просто муравей среди преданных. Вот действительно кто? И какое у меня состояние? Это просто копейки какие-то по сравнению с тем, как служит Господу Чакраварти Махарадж в Южной Индии. Вот ты сходи его навести, тогда ты поймешь, кто лучший преданный. And Nara wish to the empire. And said, "Emperor, and said that you are the best, and you are the best among all sons or all devotees, because you have so great empire, and you are serving in this way, these great temples and these Pushkarni and these rites of Shri Krishna, you have created all these things, so you are the best of all devotees." Тогда Нарада отправился навестить этого императора и прославил этого императора. Он сказал, ты лучший среди преданных. Все свои деньги, все свое состояние ты задействуешь в служении Господу. Это поразительно. And he said, no, I am not, no, even the ABCD of Bhakti.
even the alphabet of bhakti. Because I am only doing this as my all son is instructing it. Actually, I do not have bhakti and I am always indulged in the worldly material things. Император смущенно ответил Нараде: «Да я вообще никто, я не знаю, как бхакти пахнет, я не знаю АБВ, о бхакти, я просто поступаю так, как мне советуют мои советники, брахманы, вайшнавы, а так я вообще никто». And every day I got the news that on the border that king has betrayed and he has declared him that I am free, I am independent and I have to go there and press him and take him in my territory. In my empire. Жухлый материалист, я занят все время политикой, управлением царством, военными действиями. Каждый день мне доставляют новости, что на той границе кто-то нас атакует, на другой границе мне приходится выводить армии, там разрушать противников. Actually, the prosperity is within, and we have a very few part in the comparison of in the sampatti. The sampatti, the prosperity that in the hands, we have a very few part of it. И наше состояние вообще мизерное на фоне состояния Индры. Нараджи reached to Индра and started to pray Индра that, oh, you are the Devaraj, you are having the Airavat Hathi and Indrasana and this Swarga and Kalparuksha and every Devata is praying you. And so you are the best among all devotees. Нарада отправился на сваргу, тогда стал превозносить Индру, говорит: о, великий Индра, повелитель сварги, ты, у тебя тут на сварге есть такое изобилие, у тебя древо желаний растут, у тебя это ассамблея, у тебя все потрясающе, ты самый лучший преданный. And he said, no, I am a culprit. I had tried to destroy whole bridge and Shri Krishna has denied my yajna and my yajna was performing previously by Nanda Baba, Brijaraj, Brijavasi and now nobody is performing my yajna and Shri Krishna has always denied me and I do not have any bhakti because I am always indulged in the material. И Индра сказал: да какой же я преданный вообще, я негодяй полный, я попытался отомстить Кришне за то, что он отменил, за то, что он убедил Нанду Махараджа отменить яги в мою честь. И после этого мстительно я пытался убить всех в Праджабасе, разнести там пол Говардан. Поэтому какая может идти речь о моей преданности, я просто материалист. The best devotee is Brahmaji. Because according to his order, we are placed here and we are ruling all over the swarga. Это Брахма, великий преданный Господа, потому что по его воле мы тут правим сваргой. And as Shri Brahma, Shri Narad reached to Brahma and started to pray him that you are the son and Shri Krishna has given you Srimad Bhagavat, Chatushloki, and you are the best among the all devotees. Brahma said, no, I do not have even a drop of bhakti with me. И тогда Нарада отправился на Сатья-локу к Брахмаджи и стал прославлять Брахма как великого преданного. Сказал: Господь твой отец, он тебе поведал весь Шримад Бхагаватам в форме этих семян, Чатушлоки Бхагаватам. Ты прославленный, преданный его. И Брахма смутился, сказал: нет, никакой я не великий преданный Господа. This all creation was done by Shri Narayan himself. I am only a medium. Я просто инструмент был в руках Господа, когда Он сотворил это творение. Я никто. And I am also a culprit because I have stolen His calves and His friends. Я тоже очень повинен перед Господом, потому что по глупости я попытался похитить Его друзей и телят. Actually saying, Shivaji is the best devotee among all devotees because while Shiva gives so many boons to demons but Bhagavan never objects it and never criticizes it, but once I have given
one boon to Hiranyakashipu, and Bhagavan has insulted me in the court. That Maivam Parasurante Pradeya Padma Sambhava. You are Bilkul Jalabuddhi. You are Bilkul quite. You did not have any wisdom. Wisdom less. You have given such the boons to Hiranyakashipu. И Брама сказал, если ты хочешь на самом деле знать, кто лучший преданный Господа, это его любимчик Господь Шива. Потому что Шива, он издает благословение демонам налево и направо, и никогда за это его Господь не ругает. А я один раз дал благословение Хиранякашипу, и Господь публично отчитал меня, назвав меня глупым, Джанбудхи, опозорил меня так, пристыдил. Поэтому какой же я его лучший преданный? Иди лучше к Шиве. Now he reached to Kailash to Shri Shivji and started to pray Shiv and saying that you are the best because you have so much wealth and you can also give the moksha to other persons. You have the power to give moksha, salvation to other persons. And Shri Krishna always respect you and Shri Krishna always himself worship you. И тогда Нарада переместился на Кайлаш, стал хвалить Господа Шиву, говорить, ты обладаешь такой силой, состоянием, ты способен наделять мокшей других. Господь тебе всегда благоволит, Он покровительствует тебя, Он тебя очень любит. And Shiv said, do, please, do not make me ashamed, telling and remembering all these things. Actually saying, I do not have any bhakti and I give the moksha that these devotees never want. No devotee want ever moksha. And I give only that moksha or bhog. Шива сказал, Нарада, зачем же ты насмехаешься надо мной вот этими льстивыми похвалами? Ну какой же я преданный? Ну что, что я могу дать мокшу? Никто из преданных этой мокши вообще не хочет, все ее страшатся. Кому она нужна? Какой я бхакта Кришны? And just see my offense, that once for Banasur, I started to fight with Shri Krishna even. And Shri Krishna defeated me in the battlefield. Я такой оскорбитель, что я посмел сражаться против самого Шри Кришны на стороне Банасуры в одной битве. И, конечно же, Кришна победил. The actual bhakti is not me. Actual bhakti is Shri Prahlad. Никакой я не преданный Нарада. Настоящий преданный Господа это Шри Прохлад. Шри, Шивджи said, while he went to Шив, Шив said that the actual bhakti is Vaikunthavasi. And Шри Парвати said that among Vaikunthavasi, the Lakshmi is the best. А Парвати? Always massage. Do massage of his feet and who caresses his feet. Шива сказал Нараде, что настоящие преданные живут на Вайкунтхе. А Парвати подсказала, среди этих преданных на Вайкунтхе лучшая преданная это Лакшми Деви, которая вечно массирует стопы Господу, ухаживает за ним. And as soon as Shri Nara tried to became anxious to go to Vaikunth and to pray Shri Lakshmiji. Immediately, Shiv called him back. И как только Нарада решил ринуться на Вайкунху поговорить с Лакшми Деви, Шива подозвал его обратно к себе. And said, just I got one memory that from Lakshmi there is one person who is better than Lakshmi. Шива говорит, ты знаешь, я только что припомнил, что есть некто, кто превосходит по преданности Лакшми Деви. But he is Brahma. He is Prahlad. Это Шри Прохлад, великий преданный Господа. And Narada went to Prahlad, Shivji said that I am giving one caution that should be followed, that you should not pray or you should not salute Prahlad. Because you are his guru, and if you will salute him, then Prahlad will be so much ashamed that he will escape from the place, or he will bow his head
and he will not answer. So please go to Prahlad and embrace him and just offer my embraces to Prahlad also. And then you will get the heart of Shri Prahlad. И тогда, но Шива предостерег Нараду, я тебя умоляю, Нарада, будь осторожен, потому что ты сейчас пойдешь в Прохладу, начнешь его прославлять и там проявлять почтение к нему, ты его настолько смутишь этим поведением, потому что ты его гуру, и ему будет настолько не по себе и стыдно, он или вообще от тебя убежит, или спрячется где-то и как наберет воды в рот, и ничего тебе не расскажет, поэтому самое мудрое – это тебе подойти к нему, обнять его, что очень порадует его, и передать ему объятия от меня лично. И после этого тогда он уже тебе что-то расскажет, потому что then, ему не будет неловко. Then Naraji went to Prahlad Narada and embraced him and saying that, oh, you are the best among the all devotees because Bhagavan has protected you at the time from your father and at the time of your death. Prahlad protected you. Nisang Bhagavan has protected you. And he is saying that among all bhakta, Prahlad is a sample of a bhakta. If a person said that how type of your bhakta, what are the virtues of your bhakta, I will show. See the Prahlad. Whatever virtues Prahlad has, same virtue should be in every devotee. Нарада прислушался к совету Шивы, прибыл к Прохладу, обнял его и стал прославлять его. Ты лучший преданный Господа, потому что Господь лично пришел тебе на выручку, когда Хираньякашипу пытался убить тебя. И Господь сам настолько гордится тобой, Он всегда приводит тебя в пример, как идеал бхакти. And listening this, Prahlad started to weep and said that I do not have any kindness, any devotion of Shri Krishna because Shri Nisinga has just given me this Rajya of Asur. А Прохлад расплакался в ответ, сказал, да какой же я преданный, как же Господь благоволит мне, когда Он назначил меня царем всех этих демонов. Какой же это ответ на мое бхакти? And He made me away from Him. And he has sent me in this Sutarlok, and I want to see the various pastimes of Shri Krishna, wherever his pastime is going on, because I am here captured, I am here under the control, under this custody. Так как Господь повелел мне управлять асурами, тем самым Он отстранил меня от себя, отдалил, потому что мне пришлось остаться жить тут среди асур, править ими, потом на Сутралоке я жил, и в это время я не мог созерцать игры Господа и быть рядом с Ним. The best devotee is Hanuman, who is Das Bhakta, and Shri Bhagavan, Shri Ram always keep him with, in his company. На самом деле лучший преданный Господа это Хануман, который служит в настроении даси, слуги Господу Рамачандре. Он настолько удачлив, Господь Рамачандра никогда с ним не разлучается. У него есть возможность всегда быть с Господом. And why Shri Narad reached there? Shri Narad prayed to Shri Hanuman, and Hanuman was weeping that Shri Bhagavan has gone to his Sakir Dham, and he made me Chiranjeevi, long live, and I am here on this earth, and by chanting on Shri Krishna and reciting Shri Krishna, Shri Ram Katha, I am living and I am passing my time. И когда Хануман услышал комплименты в свой адрес от Нарады, Хануман разрыдался, сказал, да какой же я преданный, посмотри, что произошло. Господь расстался со мной, Он отправился в свою вечную Санкхья-даму, наделил меня экстремальным долгожительством и повелел мне оставаться тут. И я влачу это жалкое существование, кое-как убиваю время, мучаюсь в разлуке, воспевая имена Рамы, рассказывая его лилах. Bhagavan bring everyone to Sakir Dham and left me. So I am not Kripapatra. Actually, Kripapatra, the vessel of Kripa is Shri Yadav, Shri Pandav.
to whom Shri Krishna has the friendly and the domestic relationship. Это просто насмешка считать меня Крипа-патрой, объектом милости Господа, когда он забрал с собой всех спутников, отправился на Санкья-даму, а оставил меня вот так одного. Поэтому на самом деле самый удачливый, возвышенный, преданный Господа – это Пандавы, потому что Кришна всегда с ними, и он дружит с ними близко. And while Shri Narad went to Pandavas, Yudhishthir, Kunti, Pandava, Arjun, all Pandavas was weeping. And they started saying that Shri Krishna is not having any kripa on us. Shri Krishna, we are always illumined by his maya, and we was just insulting him and using him. We are not serving him, but Shri Krishna is serving us. So we are not a devotee at all. И когда Нарада нашел Пандавов и попытался поговорить с ними, прославить их преданность Господу, они разрыдались в ответ. Кунти Деви и сыновья не сказали: «Да какие же мы преданные, мы оскорбители! Кришна так покрыл нас, мы попали под влияние его иллюзорной энергии и стали фамильярно с ним обходиться. Вместо того, чтобы служить ему, мы принимали служение от него, мы задействовали его в служении себе. Мы не понимали его величия и обходились с ним непонятно как». This is only a pastime of Shri Krishna, that Shri Krishna made us victorious and he defeated the Kauravas, because in this way he wanted to remove the weight of this earth. Мы просто были инструментами в его лилах, потому что Кришна хотел избавить землю от бремя демонов, и он сам сделал так, что мы победили над Кором. По факту эта победа заслужена его по праву. So all credit goes to Shri Krishna, not for us. We do not have any virtue. We do not have any quality. Мы ничем не заслужили эту победу. Никаких достойных качеств у нас нет. Вот эта фамильярность по отношению к Кришне тоже была ужасна с нашей стороны. Поэтому это все его заслуга, все, что произошло с нами. Whatever domestic relationship we have, that is also material, not a paternal. The paternal relationship is with Yadav. So you should go to Yadav and you will say that Shri Krishna is thinking himself to be a Yadav, and Shri Krishna has the actual love to Yadav. И не было никакой у нас настоящей любви с ним и отношений. На самом деле Кришна считает себя Ядовой. Он Васудев Махарадж, его отец. Поэтому, если ты хочешь найти, поговорить с теми, кто действительно удачливый и кого Кришна действительно любит, это Ядавы. And while Shri Narad reached there he saw that in the court Shri Ugrasen Maharaj is sitting on the crown. Everybody is waiting that why Shri Krishna has not appeared so far. He came in this court so far, and they was very much eager, and always every person was seeing on the gate that is Shri Krishna is coming or not. И когда Нарада прибыл в Двараку, он увидел, что в ассамблее сидит Уграсен Махарадж на троне, все ядовы, все ждут с нетерпением Кришну, а Кришна очень сильно опаздывает почему-то. Никто не понимает, почему он так сильно опаздывает, что случилось. As Shri Narada appeared there, and he got this news that Shri Krishna is not feeling well. He is just sick. So Shri Narada rushed to the palace of Shri Krishna. И Нарада затем услышал, что кто-то сказал, что Кришне плохо сегодня, он не может встать, он очень плохо себя чувствует, он заболел. И Нарада бегом побежал во дворец Кришны. And there he came to know that remembering Shri Braj Leela, Shri Krishna is now getting the feeling of separation, and he got unconscious or he was lying on the sick bed. И во дворце Нарада узнал тайком от других, что на самом деле произошло. Кришна впал в глубочайшую депрессию, потому что вот эти воспоминания о Вриндаване нахлынули, ностальгия такая сильная началась, что он просто обесточенный, обессиленный, and лежит, и он даже не может заставить себя встать и пойти исполнять свои обязанности. And all queens and Uddhav and Shri Baldev, Shri Rohini ji, Baldev Mata,
the mother of Shri Baldev, all was together at the gate of the palace of Shri Krishna. И когда Нарада пришел туда, он застал там и цариц, Рукмини, Сатьябаму, Удхаву, Баларама, Брахини, которые между собой взволнованно обсуждали происходящее. And Shri Krishna was also appeared there, came from rising from his bed. Shri Krishna just came there and he sat in the middle of all relatives. То есть очень долго Кришна не выходил из спальни, наконец-то он вышел такой совершенно разбитый из своей спальни и сел посреди своих родственников. And remembering the separation of Shri Brijavasi and their sorrow, Shri Krishna and Shri Balaram both became faint. И сопереживая чувством разлуки Браджабаси, сопереживая их грусти, оба, и Кришна и Баларам, потеряли сознание от боли. And everyone decided that unless Shri Krishna will see Shri Vrindavan Dham, this separation cannot be removed. И все присутствующие решили совместно, что если Кришна не отправится во Врадж, хотя бы навестить их, то вот это чувство разлуки будет, которое гложет его сейчас, никуда не уйдет. So Brahma suggested that to Garuda, that just leave Shri Krishna and Baldev both and place him, carry him to the Nav Vrindavan. И тогда Брахма посоветовал Гаруде перенести обоих, Кришну и Баларама, в Нава Вриндаван, такой парк, копию Вриндавана, которую построил Вишвакарма в Двараке. Nobody is showing himself, themselves to Shri Krishna. They all are hidden. And Shri Narada was also in Akash. And as Shri Krishna and Shri Balaram reached in Vrindavan, then seeing Vrindavan, now Vrindavan, his virabha, his feeling of separation was removed. And then Shri Krishna saw Shri Narada. И то есть вот они вместе, посоветовавшись, придумали вот этот план, что Гаруда отнесет Кришну и Баларама, когда они еще в обмороке лежат, в этот новый Вриндаван, то есть этот парк копии Вриндавана, который сделал Зочи и Вишвакарма, и все спрятались, то есть все родственники спрятались, Нарада скрылся в небесах, Гаруда перенес их, потом Кришна пришел в себя, и потом он увидел Нараду. And Narada was feeling ashamed. But Shri Krishna said, no, while Shri Krishna get the actual position, he get the Bahirgyan, outer position. Then Shri Krishna said that, oh Narada, you have come here, and by your coming, I got the memory of Brijavasigan. And the glories of Shri Brijavasigan was manifested in this way. It is unveiled in this way. So I am very much happy. And whatever boon you want, you can take it. То есть позже, когда вот прошли какие-то лилы там в Новом Вриндаване, Кришна уже пришел в себя, и Нарада предстал перед ним. Нарада смущался, ему было неловко перед Господом, но Кришна сказал, ты не смущайся, Нарада, на самом деле ты облагодетельствовал меня своим появлением, то, что ты пришел в Двараку, и вот эта лила вся произошла, и все поняли, то есть ты этим самым явил величие моих любимых Браджабаси, поэтому я доволен тобой настолько, я готов исполнить твое любое желание. So by this instance, Shri Narada came to know that in the comparison of Yadav, the Brijavasi are much more beloved to Shri Krishna. Shri Krishna is much more loving to Brijavasigan. And in Brijavasigan also, the best and the most beloved is Shrimati Radha Rani. Да, благодаря этой лиле Нарада узнал, что все-таки Браджабаси это самые любимые преданные Господа Шри Кришны, даже любимее, чем Ядава, и среди всех Браджабаси его самое любимое это Шримати Радарани. Narada asked this bliss that if you are trying to and you are ready to give me blisses, then please give this bliss, this boon that whoever is reciting your Krishna Katha, Krishna Leela, and Mahima of Brij,
the glories of Braj. He never gets satisfaction of this description, from this description. Wait a minute, please say again. So if he will not be satisfied by saying this description of Braj, glories of Braj, and he will be ever... He won't be satiated, he'll always want to say more. Anxious to describe more and more and more. Satiated, he'll... He will not be satisfied. Yeah, because otherwise it has funny connotation. И Нарада сказал, хорошо, Господь, если ты хочешь исполнить мое желание, исполни мое следующее желание, пусть те твои преданные, которые вкушают нектар, всегда с радостью повествуют твою харикатху, рассказывают о твоей славе, никогда не испытывают полного... наполнение этим, чтобы им хотелось снова и снова и снова и снова всегда продолжать, чтобы у них была ненасытная жажда повествования твоей харикатхи. Вот. As much a person will recite Krishna katha, and a person will listen Krishna katha, his thirst will increase. That thirst will not be quenched ever. Чтобы и повествующие, и слушатели всегда испытывали ненасытную жажду слушать твою харикатху, Господь, и повествовать ее. And Shri Krishna answered that it is not a boon, it is only a nature of Bhagavad Bhakti, that Bhagavad Bhakti never gets satisfied from Bhakti. Кришна сказал, какое же это благословение, это факт, такова природа Бхакти, настоящий Бхакта всегда испытывает ненасытную жажду по поводу Харикатхи, Киртана и воспевания святых имен моих. And then Shri Narad asked the second boon, and that boon was that who will serve you, who will listen, who will recite the Krishna Katha, may you live in his heart and not leaving his heart ever. Тогда Нарда сказал, хорошо, если это не благословение, и так уже реальность, тогда исполни следующее пожелание. Пусть всегда пребывай в сердце того, кто рассказывает о тебе и кто слушает о тебе с восторгом. And here in the same way, Shri Prahlad is praising Shri Vaman Bhagwan. Ke nemam berancho lavate prasadam nashrina sharva. What type of kripa Shri Balaraja got? Such a grade of kripa is not found even in Brahma, even in Lakshmi, and even in Shiva. Все вот это, все эти расширенные повествования были, чтобы вернуться к той идее, что Прохлад доносит до Господа ту милость, которой ты одарил нас, Асур. Такая милость была недоступна ни Брахме, ни Шиве, ни Лакшми. And in conclusion, the Brijvasi and Shri Radha prem, that is the Sarvottam Upasya Sadhya Shuromani Shri Radha prem is there. То есть самая великая према – это любовь Браджабаси, а среди их любви Шри Мати Радарани – это жемчужина на короне любви всех Браджабаси Кришни, непревзойденная любовь. Саду, саду! Бхагаван Бихари Лал Ки! Хари Бол! Говинда Джай Джай Гопал Джай Джай Bye.